Hello, друзья, с вами Сюфро, и сегодня я покажу мод на технику для Майнкрафта Pocket Edition. Что ж, этот мод уделяет нам довольно большое количество транспорта в наш Майнкрафт Pocket Edition. Что ж, для того, чтобы завести транспорт, вам понадобится сделать канистру, после чего заспавнить любой из транспортов. Ну, сейчас у нас будет самолет. Берете канистру и просто тапаете этой канистрой вот по этому самому самолету. И после чего в чат вам пишет, что ваше транспортное средство было заправлено. И теперь вы можете отправляться в путь, нажав на кнопку Ride. И теперь мы появляемся в том же самом самолете, как это было раньше. Ну, нажимайте на газ, и мы начинаем взлетать. Но, к сожалению, мне пишут, что я не установил какие-то звуки. Но все было установлено, поэтому, чтобы установить звуки, вам понадобится интернет-соединение, которое сейчас у меня, к сожалению, нет. Ну, надеюсь, у вас оно есть. Дальше мы покатаемся вот на таком очень большом красивом танке, которого также надо заправить. Ну, нажимаем на кнопку Ride, и давайте включим вид от третьего лица или вид селфи. И как видите, все очень хорошо пририсовано. Даже наш персонаж хорошо сидит в этом танке. Но иногда бывают баги, то есть иногда бывает мерцание текстур или просто чистое пропадание текстур. Что ж, давайте выйдем из этого танка и перейдем к другой технике. Так, самолет у нас уже был, и теперь у нас будет спортивная машина. И также ее заправляем и заходим в нашу машину. Но, как видите, вот когда мы не заправляем машину, нам пишут, что в нашей машине нету топлива, и вам никогда не дадут заправленную машину. То есть машину вы всегда должны заправлять сами. Вот такие баги происходят иногда с этим модом. Ну, дальше у нас идет такая доска, которая была в фильме «Назад из будущего». Ее заправлять уже нам не надо. То есть она будет уже заправленная, да. Вот такая электрическая доска. Те, кто смотрели этот фильм, те поймут, откуда была эта доска. И если вы присмотрите вид от третьего лица, то на этой доске мы как бы сидим, как на вагонетке или как-нибудь еще. Но сейчас мы сидим. Давайте я, наверное, попробую скрыть чат, чтобы вы не видели вот эти жуткие надписи, которые, наверное, мешают обзору данного мода. Так, кнопки, все. Давайте уберем чат. И что же. Дальше у нас есть также специальный одноколесный велосипед. И с помощью этого велосипеда вы сможете почувствовать себя настоящим клоном. Для этого вам, конечно, еще понадобится что-нибудь кидать. Ну, я не знаю, что-нибудь вы можете придумать. И у нас последний транспорт. Это вот такой очень классный, очень компактный велосипед, на котором вы можете прогуливаться по лесу ночью или днем. А может быть и в обед. Ну, это как вам понравится. Также в этом моде вы можете перекрашивать технику. Но для этого, к сожалению, вам понадобится купить про-версию этого мода. Поэтому есть и также донат. Вот как же без доната в нашем Майнкрафте Pocket Edition. И как видите, нам пишут, купите про версию, и вам будут доступны новые пункты. Но купить я, к сожалению, не могу. Ну что ж, мод довольно классный. Также здесь очень много разных техник, которые вы можете еще посмотреть сами. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.